Hello, people, на новом канале Железное Сердце играет Лорд Вуду. И сегодня я вам покажу самый быстрый способ заработка в одиночной сюжетной кампании GTA 5 на PlayStation 4. Просто заходите в интернет через свой смартфон. Деньги, услуги, биржа. И находите здесь рынки. И находите здесь компанию Life Inventor. Покупайте акции на все деньги, нажимаете, то есть на плюсик. И ждете, пока все денежки у вас потратятся для того, чтобы купить акции. Занимает всего лишь несколько секундочек. Все, мы на все деньги, которые у нас были, мы купили. Подтверждаем. Продолжить. И теперь на этой же странице выбираем эту же акцию и нажимаем «Продать». Нажимаем «Продать все». Подтверждаем. Продолжить. Вот и у нас уже миллион. До этого было 200 тысяч. Потом повторяем это опять абсолютно точно самое. Находим рынки, находим эту компанию Life Inventor. Вот она. Опять нажимаем купить. Жмем на плюсик. Опять тратим всю сумму. Это, короче, какой-то баг такой странненький. Но, тем не менее, он рабочий. И сегодня вы можете себе купить любое количество денег, сделать таким способом. То есть все по-честному, вы торгуете на бирже, как сказать. Опять купить, подтвердить. Вот мы купили на миллион, который был. Опять заходим в эти же акции и продать. И нажмем продать все и подтвердить. Это можно повторять сколько угодно раз. Из 1 миллиона у нас уже стало почти 5 миллионов. С деньгами, как говорится, играть кому-то интересно, кому-то не очень, когда очень много денег. Но, в общем, как и говорится, это решать вам. Всего лишь благодаря нескольким манипуляциям у нас на счету уже 2 миллиарда игровых долларов. Дело не хитро и очень быстро. Если вам не сложно, поставьте, пожалуйста, палец вверх под этим видео, расскажите друзьям, ну и по возможности оставьте комментарий, подписывайтесь на мой канал Железное Сердце, если вам интересно дальнейшее развитие судьбы GTA 5 на PlayStation 4. У меня будет и сюжетная кампания пройдена о новом поколении. И также, конечно же, займусь GTA Online тоже вплотную. Всем пока, до новых встреч. Magic people, voodoo people. The voodoo, who do what you don't dare do, people.